Всем привет, ребят! Рад приветствовать вас на моем новом видеоролике. Мы продолжаем проходить игру Cube Escape Collection. Сегодня мы переходим к части Birthday, день рождения. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, заваривайте себе вкусный чаек и заранее приятного аппетита. А мы начинаем. Ну что ж, погнали. Cube Escape Birthday. Расти Лейк представляет. Расти Лейк, 1972 год. I feel different. Я чувствую себя иначе. Cannot feel my body. Я больше не чувствую свое тело. I see my memories. Я вижу свои воспоминания в маленьких кубах. Нажмите. Ага. 1939 год. Мой день рождения. Расти Лейк театр. О. Ага. Ага. Ай. Да дурак. Бля, жесть какая. Не, тихо, я сейчас проиграю. Давайте заново. Так, смотри, вот так. Вот так. Вот так. Это, короче, по три в ряд надо делать. Вот так вот. Бум. Вот сюда куда-нибудь пускай. А вот такие вот сюда. А вот такие по прямой. По прямой. А вот такие вот сюда. Нормально, ребят. Первая загадка, в принципе, нет. Несложная. Если не быть глупым, косячащим человеком. Ой, надо ж так было сейчас сглупить. Вот так, есть. Вот сюда вот это. Вот сюда вот это. Вот сюда вот это. Отлично. 5 уже осталось набрать. Бамс. Бамс. Отменно, слушайте, вообще отменно. Ай, дурачок. Ну да ладно, почему бы и нет, в принципе. Стойте, а если здесь задача была эти три дома до низа разобрать, а не просто вот так тратить? Интересный вопрос на самом деле. Тогда я очень сильно лоханулся. Но узнаем мы это лишь спустя время. Ага, можно было еще вот так делать. Все, да, я опять не выиграю сейчас. Я в шоке. Допустим. Тогда-то однозначно надо было именно... А теперь попробуем именно разобрать. Вот так вот. Тут пока не знаю, куда его деть. Некуда просто-напросто. Я не знал, куда это тащить. О, ай, дурак. Ладно. Мы еще своего все равно добьемся. Вот так вот. А, это не то. Вот так. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда пускай. Вот сюда. Вот сюда. Так, вот. Отлично. Отлично.
Я в шоке. Бумс. Бамс. Есть. Продвигаемся. А, вот как это работает. Я зря во второй раз это все делал. Ладно. Жвачка. Ага. Чего-то явно не хватает. Письмо. И куда оно улетело? Так, а еще я ящички не проверил пока. Вот так вот. Отлично. Так, ну что ж, поехали далее. Угу. Так и зачем я это сделал? Я пока не знаю. Ладно. Интересно. Допустим. Son, I would like some cake. Сынок, я бы хотел торт. I would like some cake. Happy birthday, dear. С днем рождения, милый. Что это? Что это, ёкарный бабай? Странная тема. Заперто. Санскрит. Дорогой Дейл, поздравляю тебя с твоим 9-м днем рождения. Этот день будет самым мрачным в твоей жизни. Но прошлое никогда не мертво. Взгляни на свое настоящее. Оно могло бы перевернуть этот день. С уважением, мистер Оул. 1, 4, 2, 5, 9, 6. Что это значит? Интересно. Drink. Дедушка, drink. Пить. Drink. Пить, ладно. Джин. Джин. Айс. Лед. Допустим. Интересно. Алло? Не хотят говорить со мной. Что вы от меня хотите-то, а? Сколько загадок тут непонятных. О! Шарик. Шарик с водой. Кубики льда. Это деду. Music. Музыка. Music. Music. Как я тебе сделаю музыку, ёкарный бабай? Непонятно. 24 равно 1 умножить на 3. 24 равно 3. Это ни о чем. А стоять? И где это может пригодиться, ваше 24 равно 3? Я не понимаю.
Жвачка зачем нужна? Это как работать должна штука, непонятно. Пока вообще, ребят, не понимаю, что делать дальше. Погоди-ка. Давай-ка. Сначала вот эти по порядку расставим. 2, 3, 4. А, стоп. Есть основной цвет. Да, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага. А. 4, 2, 5, 9, 6. 4, 2, 5. Не понял. 24 равно 3. Не понимаю. 1, 4, 2, 5, 9, 6. А 9-то мне где взять? 5. Погоди. 1, 4. А где 1 взять? Где взять 1 тогда? 1, 4. На планерке-то нету. 1, 4, 2, 5. Непонятно пока. Тебе нужно порезать. Пока. Так, тихо. Вот я сделал разрез. Теперь делаю разрез вот так. То, что от второй линии идет. Ты чё? Как это работает, я не понимаю. Сложно. Что это? Откуда это? Зачем оно здесь? И тут ничего интересного. Тогда я вообще не понимаю, что происходит и что мне искать дальше. Музыку. Где я тебе музыку возьму, дедуль? Допустим, хорошо. Интересно. Так, ну что ж, продолжаем. Какие же у меня есть еще варианты того, что же здесь можно сделать нам с вами? Давайте все-таки попробуем еще погадать вот здесь вот. Может быть, попробовать выставить это по порядку.
Ага. Отлично. Так, хорошо, это уже неплохо. А вот здесь давайте попробуем выражение логичное составить. Ага, 12 равно 4 умножаем на 3. Отлично. Это уже не может не радовать. Тут что у нас? А тут, наверное, надо составить единый узор. Да, но как бы... Нет. Вот так вот. Агась. Еще один флажок. Здесь, может, нож надо применить? А, тут шурупчики. Вот зачем нам отвертка. Кабель. Зачем нам кабель? Не знаю. Это хороший вопрос. Так. Что еще сходу мне приходит в голову? Не просто же так здесь эта роза. Тут с ней надо что-нибудь сделать. Не знаю. А кабель зачем? Кабель, может, сюда подойдет? Нет. Ну что ж, хорошо, допустим. Там никого. Тут просто газ горит. Что по торту все-таки? Как это работает? Я пока не понимаю. А, я могу еще... Погодите. Вот так делать? Нифига себе. Ага. Допустим. Бум. Далее. Бум. Далее. В принципе. Бум. Теперь. Ага. Вот так пополам режем и, начиная от нее, фигашим. Возможно, тут на время. Вот чего я не понял. Бум. Да как тогда? Бамс? Бамс однозначно. Бамс. И бамс. А, непросто, непросто. Так, теперь надо сделать. Да, именно так, ё-моё. А как этого добиться тогда? Ничего не понимаю. Допустим. Два. Три. Четыре. Когда-нибудь мы этого добьемся. Так как же это сделать-то? Вот так сходу. Вот так сходу. Вот так, вот
Так. И вот. А. Непонятно, тут на время или на количество. Давайте считать. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. А, на время все-таки тут. Я понял. Тут больше решает именно время, нежели чем реальные какие-то показатели количества. Я понял систему. Ай, господи. Сколько я могу сделать вот рандомных разрезов? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. А, четыре все-таки разреза, слушай. Как его надо порезать? Опа! Готово. Бля, это было сложно. Но прикольно. На, отец, торт. Кошмар. Кто положил игру в праздничный торт? Хороший вопрос. Ты слишком радостно на это отреагировал, как по мне. Так, а теперь дед... О! Что это? Марка. Ага. Все, ты счастлив? Ладно. Так, хорошо. Ну что ж. На этом моментике будем заканчивать первую серию по Cube Escape Collection. Birthday. Сегодня такая небольшая короткая вступительная серия. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ролики выходят ежедневно. С вами был я, Райхвост. Увидимся, ребят.